Добрый день, друзья! С вами снова ваш юридический омбудсмен Фанис Галимзянов. И сегодня хочу поделиться еще одним успешным кейсом. Дело по взысканию ущерба, который был причинен в результате залива страны соседа нашего клиента. Особой гордостью является подтверждение того, что мы можем вести дела не только в своем родном регионе, но и в любой точке России. То есть в данном случае спор был выигран в городе Челябинске. Клиенту не пришлось тратиться на транспортные расходы, потому что провели мы судебное заседание в режиме видеоконференц-связи. Поэтому пользуйтесь, дорогие друзья, всеми способами, которые нам дает технический прогресс. Пользоваться услугами юристов не так дорого, но достаточно выгодно. По результатам текущего рассмотрения дела клиент получил 54 тысячи взысканного ущерба за причиненный залив, компенсацию расходов на оценщика и компенсацию расходов юриста. Защищайте права, ведь это выгодно.